Всем привет! На связи Борис Соколов, сайт visasam.ru. Давайте я сейчас вам расскажу, когда лучше ехать на Кипр, когда здесь начинается сезон и в какое время самые недорогие цены. Ну так, сезон на Кипре начинается где-то со второй половины мая и официально, ну примерно, вот все говорят, до конца сентября. Ну хотя многие люди едут и в апреле, и, например, в середине октября, кто-то даже в начале ноября. Вот я сам здесь нахожусь в конце мая. По мне, самое классное время – это вторая половина мая, сентябрь. Погода в это время на Кипре 25-30 градусов, то есть хорошая, классная погода. Температура моря уже достаточно прогревается. Если в мае оно еще маленько, так где-то 22-23 градуса, то в сентябре оно после лета прям очень классное, 24-25 градусов. По мне, идеальное время – это сентябрь, начало, даже первая половина октября, чтобы отдыхать на Кипре. Кто-то отдыхает в апреле, здесь, например, температура воздуха в апреле 23 где-то градуса, 24 днем, температура воды 20. Ну, вот в нашем отеле, говорили, даже люди с мая начинали приезжать и купались в это время в море. Если повезет, температура на Кипре может продержаться классной до начала ноября. У меня знакомые ездили, кому-то повезло, действительно, 25-26 градусов, а вода еще прогретая, прям круто. Но это смотрите по погоде. Кому-то холодноватое море, дети еще ходят в школу, у кого-то начались там учебы. И поэтому цены в это время ниже, вторая половина мая, например, конец сентября, начало октября, чем летом. Ну вот, например, июль-август для меня очень жарко, например, температура может до плюс 37 подниматься. Ну, в море тепло, конечно, уже 24 градуса также. Но для меня жарковато. Вот еще хорошее время, июнь. То есть еще такой слишком жары нету, море уже теплое. Таким образом, сезон, давайте подведем итог. Сезон на Кипре длится со второй половины мая до начала сентября официально считается. Если повезет с погодой, можно даже в начале ноября. Мне больше всего нравится вторая половина мая, конец сентября, начало октября. Июль, август. Здесь слишком жарко. Вот посмотрите предыдущее видео, я был в сентябре. Днем тут еще климат такой на Кипре, такой же, как вот примерно в Греции. То есть какая бы ни была погода, например, вот я вечером даже ходил в рубашке, надевал кофточку, но летом прям днем очень-очень жарко. То есть поэтому многие даже киприоты и греки делают в это время сиесту. Ну вот, всем пока, с вами был Борис Соколов. Я вам рассказал о сезоне на Кипре, когда лучше ехать на Кипр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. До встречи в следующих видео из наших поездок по всему миру. Пока-пока-пока.